Здравствуй, мой Магадан, золотое ты сердце России. Отгадайте, куда мы едем? Да, так трусит на наших дорогах, извините. Да, на море. Сейчас мы погуляем по нашему крутому Северному морю. Посмотрите, как дом сделали. В прошлом году я только видела, как они все начинали, а сейчас доделали дом. Мы на Портовой 38, товарищи. Мор, городок и море. Наше Охотское море. Пойдемте прогуляемся. В прошлый раз, когда я приехала, в первый день побежала на море. Ну, гуляемся, вчера... искупаемся. Мы искупаемся, да. Вчера, естественно, не пошла, потому что и поздно, и устала немножко. Ну, так же я побежала на следующий день. Да, на второй день я была на море. Ну, тянет. Вот я же говорю, в Рязани мне не хватает моря. Ну, не хватает. Но там много рек, озер, где купаться. Просто лето не вылазишь из всего этого. А здесь просто море и просто красивое, когда лето. Сейчас оно во льду. Рыбаков сегодня, слушай, много. Мы уже вечереем. Наташа, да. Время сейчас где-то около 5 вечера. Солнышко, смотрите, еще как высоко. И насчет пароходов. Ледоколы рубят лед. Пароходы пристают, но смотрю, там открытое море со льдом, да? Что-то я не вижу. Вроде как вода. Она замерзает. То есть там есть вот кромка льда, где лед. Машины даже ездят по льду. Ну, как всегда в Магадане. Это смельчаки безголовые. Страшно ж. Сколько машин под лед уходило. Ну, в общем, есть там эти рыбаки. Так, ну и дом доделали 38-й. Рита, это для тебя. Это твой дом, где ты жила. А мы пойдемте дальше, прогуляемся. И покажу вот этот дом с китами. Их переделали, да, Наташа? Или нет? Да. Да? Сейчас подойдем, посмотрим. Его же обшивали дом потом. Ага, ага. Ну, ступеньки уже были в прошлом году. Сейчас не почищены, потому что люди, естественно, ходят. GoPro стоп-съемка. Вот. Гала, а это ваш дом? Вот такие ламантины, или как они называются, киты, в общем. И дом красивый. Молодцы, что в Магадане сделали фасады. Это очень хорошо. Так, здесь сделали пешеходный переход. Но некоторым пофиг, вот, например, вообще несется, даже не заметил. Ладно, это я ворчу для приличия. Да, здесь есть остановка, вроде как ходит 6К. Точно не знаю, и ходит ли он вообще. Но собирался. Я приезжала. Да? Мы сначала погуляем, потом попьем кофе, да? О, машина, как ты говоришь, педалит по морю. Смотри, как быстро. Ой, там трасса прям на море, товарищи, трасса. Ой, мы в том году ездили, так страшно. Сначала мы пойдем сюда, потом туда. Я хочу посмотреть вторую часть. Я же не видела вторую часть, как сделали, когда приезжала. В прошлом году там было такое в полуготовности, а в этом году все это сдали. Ну, не знаю, в каком, в этом, в прошлом, в конце года или когда его сдали. Парк сдавали зимой, я помню. Вот этот вот. Парк-маяк. Так что у нас есть, значит, опыт зимой парки сдавать. Слышь, сколько снега. Такие тропинки среди снега. Лавочки, на которых мы с Наташей сидели. Летом. Здесь красиво. Здесь также все сделано хорошо. Ну, нам нравится. Мне нравится здесь подсветка. Ну, вот столько снега, конечно, в прошлом году было так лысо-лысо, если посмотреть прошлогодние видео. А в этом мне нравится, когда снежный Магадан. Вот, я не знала, что Высоцкий, вот, читала, что сюда перестал. А почему он черный? Он разве был черный? Ну, одного же Высоцкого перенесли со смотровой. Куда? В аэропорт. Куда? В аэропорту это, который был на смотровой. Да, кажется, на втором этаже. А это другой, это Высоцкий. Да. Посмотреть? Посмотреть или не посмотреть? Там кафешечка. Ой, ну здесь гитара другая, цвет другой. Там был серый, ага, видишь, ага. Высоцкий. Знаешь, посмотреть хочется. В аэропорту будешь? Хочется, вот там хочу сфоткаться. А что там, нельзя сфоткаться? А там что-то снегом все завалило, Наташ. Пойдем посмотрим, а, ну пойдем. Вот. И Высоцкого посмотрим. Почему там не... Я же думала, что сфоткаюсь, такая вся красивая.
Да, да. Мы, превозмогая лень и мороз, потому что к вечеру холодает, но знаете, вот солнце сегодня 21 февраля, и солнце, и мороз минус 23. Мороз и солнце, день чудесный. Да, день действительно чудесный. Вот мы днем, когда гуляли по делам, нам показалось, что так нормально, когда ходишь. Здесь ветерочек, но, видимо, уже после обеда, потому что... О, как он здесь хорошо смотрится. Неплохо, неплохо. Неплохо сделали, он в полный рост. Ну, я не буду с ним обниматься, наверное. Я с тем обнималась часто. Все, кто приезжает в Магадан, всегда фотографируются с Высоцким. А здесь фотографировались на фоне «Я люблю Магадан». Но сегодня и вообще этой зимой такое количество снега, что у нас это не получится. Зато какой здесь вид, Наташа. Просто офигенно, да? Да. Ты? Сейчас всё снегу, ничего не видно. Так я что и говорю. Ступеньки везде. Деревянные. Да, мы из дома наедены, поэтому в кафе не идем. Ну, пойдем посмотрим наше замерзшее море, потом прогуляемся по берегу и дойдем до пирса, я думаю. Все. Все, на этом все. Ну все, Анжела пофотографировала, здесь свежей фотки не будет возле Магадана. Ну, самое главное. Ох. И все подходят сюда, Наташ, смотри. Угу. Эту штуку еще не доделали, да, вот? То есть за этот год ее не доделали. Есть проход туда. Проход есть. Народ гуляет, да, но света нету. Или есть свет, смотри, какие-то странные фонари. И народ по морю гуляет. О, я помню, в прошлом году нас Галя потащила по морю. Казалось, что оно такое ровное. Мы как пошли, оно неровное и очень скользкий лед. Настолько скользкий. Я не думала, что морская вода такая скользкая. Да, сегодня мало машин, бывает больше. Все тоже уже вижу. Отвалились. У меня рабочий день, поэтому мало. Ну и вот с этой стороны дом тоже, видите, до конца доделанный. А здесь еще строят вот целый комплекс таких вот мини-гостиничек, которые когда сдадут, я думаю, мы еще посмотрим. Пока вот, ну долго строят, долго. Может быть, виной тому корона, обстановка, фиг узнает. О, вид, конечно, тут красивый. Ну, надо, конечно, сфотографироваться. Ну как приехать в Магадан, не сфоткаться на берегу моря, Наташа? Да. 5 часов вечера. Солнце еще высоко. Такая тишина, слушай. Море не шумит, аж неинтересно. Ага. Мне тоже нравится, как шуршит море, когда вот гуляешь по берегу. Здесь так ласково, пусть оно холодное. Да, ее собираешь, ешь. А по отливу здесь мидии копают. Которые воняют смазочными. Да. Ага. А там остался кафе, которое было мороженое, знаете, там что-то еще строят, да. Ну, я же давно не была. Остатки. Ну, в смысле, верхушка мамонта он торчит. Наташа не была на море с ноября. Она живет вот в Магадане. И просто, ну что ходить зимой на море? Вот и льдины, торосы. И все. Так, небольшая фотосессия, пойдем дальше. Послушная камера. Хорошо, что на кнопочку не надо давить, когда холодно. Я ей просто говорю, снять или выключиться. А то пока рукавичку достанешь. Лодка-то уже обветшала на морской мели. Сразу вспоминается песня Капуры. Помнишь, лодка на речной мели скоро догниет совсем. Ух. Ну, ветерок такой слабенький. Нельзя сказать, что вообще тепло на море. Ну, после обеда всегда тут ветер. Да, здесь мы не спрыгнем. Сейчас столько снега, что приходится только по ступенькам искать тропинки. Кстати, шапку хорошо так продувает. Наверное, капюшончик я одену. Таш, подержи камеру, пожалуйста.
сопли вытру. Вкусняшки. Ой, а где качели, которые вот были? Дальше. Дальше. Ой. Упаковалась. Дует в уши просто. О, да, здесь тропиночка. Смотри, как хорошо. Ну что, эти уже подросли, смотрю. Они хоть были зеленые летом, Паша? Ну да. Да? Что было тут? Вот качельки. О, оно даже все расчищено. Здорово. Ну, народ же гуляет с детьми-то, однако. Вечером, конечно, когда здесь в огнях, Наташа говорит, здесь красиво. Ну, я не знаю, увидим мы это или не увидим, потому что нам лень выходить вечером. Во-вторых, не обещают, что сильно потеплеет, то есть это опять будет морозы продолжаться. Да. Будем попу морозить кататься, сестра? Надо хоть присесть. Конечно, что мы сюда зря пришли, что ли? Так. Опа! О, какой кайф! Вот так вот. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Помнишь, когда было тепло, мы так катались? С семечками, с кофем. Да, я помню Сережки на кофе. Что там, пиво было? Вискарь. А, это же так. Ой, как хорошо. Да, скучно мы не живем. Слушайте, здорово. Мы так тепло, в принципе, одеты, что даже попе не холодно, да? Ага. Вот так. Люди гуляют. Многие сюда ходят сейчас гулять. Кто-то говорил, что ой, нафиг нам этот парк, что он не нужен. Ну как это не нужен? Нужен. Зато теперь есть место, где гулять по берегу моря. Еще сделают эту набережную. Я считаю, это очень хорошо, когда в городе, в таком морском городе, есть и набережная, и парк, и прибрежная такая вот полоса, где пляж. А был здесь летом пляж? Или не было? Здесь же песок такой хороший. Где был все-таки? А лето было жаркое или какое? Или ты была его на... Как говорят... Я была на работе, но летом я был, месяц жаркий был. Да, это в Магадане так говорят. Я же вспомни, как сгорела. Ты сгорела? А, точно! Я мазал сметаной. Это был один день, когда я была не на работе. А, ну правильно, за один день-то можно сгореть. Если бы, например, ты хоть каждый день загорала. Ой, как хорошо-то. Ой, вот то, что ветра хорошо нет, да? Если бы был ветер, мы бы вряд ли вот так вот катались. В общем, такой вот релаксик. Машинки уже домой едут. Домой еду, да, наловили уже рыбы. Боюсь, пацан. Да, надо слазить, а то попу обморозим, все, потом будем это, не буду говорить, все. Опа, соскочили. Здесь проходят концерты. Ну, сейчас здесь такие концерты, смотри, все завалено, можно сказать, эти. Ага. Ой, какая высокая, высокая лавка. Там они не почищены, зато заходить на нее хорошо, здесь не запрыгнешь. Нифига себе, она высоченная. Прямо все завалило. Ну. Ага. Частично здесь очистили. Вот. А частично, видишь, лавочки. Кто-то почистил. А здесь снег такой твердый, он как... Да, не один километр снега. Ой, слушай, классно. Хорошо. А вот это вторая часть парка моя, которую сдали уже без меня. Я не была, я только видела тех, кто на Ютубе показывает всякие мероприятия. Здесь проходят праздники. Видела открытие. Но не помню, когда это было. Вот летом, когда здесь все заколосится, годика через два, надо будет приехать и посмотреть. Я помню то время, когда здесь вообще ничего не было, да?
И мы машину сюда подъезжали, ставили, спускались к морю. И вообще я помню то время, когда здесь были гаражи, помойка. И к морю приезжали только за уйком. Здесь же шел уйок, и машин здесь был овал. И вот эти волны уйка. Мы как-то приезжали даже с Серегой. В детстве там постоянно ловили, когда дети были, маленькие, рыбу здесь. В те годы как-то много уйка сюда приходило. Прямо набирали тазиками, черпали. Ой, здесь тоже качели. Ой, классно здесь, да? Да? Ну, ты же была здесь по осени? С тобой похожие качельки. А, в парке Победы. Да. Не Победы, а как она называется? Я поняла. Да. Там, где храм вооруженным силам. Да. Слушай, как красиво тут. Красиво, когда море. Когда лето. Это ж смотровая площадка, по идее. Да, огонечки вот горят. Вот вообще вот такой вид. Вот такой. Слушай, красота. Мы с тобой сейчас селфи возьмем, хоть пару фоток сделаем. Пусть на солнце, но просто вот как память. И сделана вот эта смотровая площадка в виде полукруга и лавочки, чтобы сидеть и наслаждаться жизнью, морем, солнцем. Вы же видите, какое магаданское солнце. Оно яркое. Да, был бы Серега, он сказал, что эти лавки очень неудобно сидеть. Наташа, как? Нормально. У нас такие во дворе дома. Нормально. Помнишь, где мы сидели? Новый дом построили напротив нашего. Все лавки же надо обсидеть. Да, нам надо на всех лавочках посидеть. Ну, они немножко прохладные, но у нас же штаны теплые. Смотри, прямо точечки рыбаков там. И мы быстро сидим. А тут подсветка, да, вечером, Наташ? Ух ты, как здорово! Точечки я рыбаков не вижу, потому что... А, у тебя зрение плохое. Я же вижу, что точки рыбаков даже на самом краю. Там вот кажется, что это прям вот край. Машину вижу. Ага. Ну, мы-то видели, вот что они не на самом краю. Да много машин, смотри. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть машин сейчас. Ну, это уже немного. Обычно их и 20, и 30, и больше. Ой, помнишь, как мы вот там рыбу ловили? Сколько помнишь? Там было много рыбы. Кого мы ловили? Камбалу. Камбалу. Ой, сколько грузил там мы оставили. Самое позорное место. А, да, оно за камни цепляется. Надо чуть дальше там открыть. Да, да. Но ты же где-то там тоже ловила рыбку. Ну, я в самом конце ловила. Ага. Рыбы в этом море много, в любое время года. Летом одна рыба, зимой другая рыба. Мы не зимние рыбаки. Мы вообще не рыбаки, чисто так, для удовольствия это делаем. GoPro стоп-съемка. Насладитесь красотами. Сейчас кто-то упадет там. Лед скользкий, да, народ гуляет по льду, гуляет, далеко гуляют, да рыбаков порой. Но я хотела показать пирс, наверное, покажу издали, неохота нам на него идти. Все-таки зимой там не такой красивый вид, как летом. Проголосуем, упадет, не упадет, не упало, хорошо. Ну и парк продолжается, видите, до забора. И говорят, там тоже уже снесли здание. Наташа, смотри, снесли здание, значит, будут делать что-то, по-моему, да? Я читала, что здесь будет продолжение парка. Да-да-да. Ну что, на следующий год посмотрим, что здесь будет. Я думаю, что сделают так, что и на пирс будут люди доходить, гулять. Да, то, что здесь были какие-то старые здания, никому не нужные, все посносили. Здесь вот тренажеры. Ну, все в снегу, все закопано. Даже эти лавочки, смотри, все закопаны. Ну, как и эти, в общем-то. Да, кто не помнит, как снег скрипит под ногами, то вот так вот. Немножко скользко здесь. Здесь вот сделали они пол. Немножко, да, скользковатый. Не, а по снегу не идешь, то нормально.
Вот сейчас идешь, маршрут. Вот и маршрутка. О, маршрутка, правда, пошла маршрутка. О, ну, ну да, по вот этой улице они же, наверное, редко ездят. Не, ну мы еще не замерзли. Будем пить кофе или домой побежим? Не будем мы кофе пить. Не будем? Я тоже так думаю. Что-то как-то вот... Мы дома сварим кофе. Да, да, да. Мы обычно приезжали раньше сюда, на машине и без машины. По-разному, когда, в какое время. Кофе-то да, мы там вот кофе покупали, там киосочек стоит. Кстати, а он закрыт, ты видишь? Открыт. А там все закрыто. Там есть звоночек. А, звоночек, они сидят там упакованы. Вот так вот, быстренько прогуляли. Ну, не быстренько, нормально, пока не замерзли. Но ветерок здесь такой, вроде его нету, но он дует. Присутствует. Наташа уже красная. А я тоже, наверное, у меня лицо уже отвыкло от холодов. Я краснею моментально, как помидорка становлюсь. Ну, заметно, да, сколько снега? Вообще, вообще, крутяк вообще. Так, надо сфотографировать, потому что когда в следующий раз я увижу столько снега? В Рязани вряд ли. Потому что, блин, знаете, такой холод, телефон, вот когда его включаешь, оно не реагирует порой, экран не реагирует на пальцы так, просто. Ну что, какой стороной выйдем? Ну так, вот здесь, там я не знаю где. Просто в прошлый раз, когда я приезжала, я попала вот в том домике, где туалеты, а с этой стороны проходят всякие выставки. И то попала на какое-то мероприятие, связанное... Вот, в это же время было чуть-чуть позже, да, я прилетела. Начало марта, я прилетела в последний день февраля, да. И там проходило мероприятие, связанное вот с рыбалками, соревнованием рыбаков. В этом году это мероприятие тоже будет. Только его, по-моему, попозже, да, перенесли на какое число? Не помню. На 4 марта. Ну, я уже буду в Рязани в это время. Так что будем смотреть новости из Магадана от блогеров и вообще новости Магадана. Наташа, а может здесь будет? Нет, здесь только первая часть маяка. А вот там, где кафешка, вот последняя кафешка, а выше тоже не показано, что. Ну, то есть те здания, которые строятся там. Это все горит огнями вечером. Ну а мы пойдем на автобус и домой. То сейчас, конечно, я попала в очередной раз, Анжела попала в морозы и чувствую, что Магадан проверяет меня на прочность. Люблю ли я зимы и морозы? Да нормально, тепло, одеты, щечки мерзнут. Нам бы чехольчики на щечку. А что это за синяя штука, которая прикрыта? Там тоже что-то? Там же фигурки вот эти, которые светятся. Да. Медведя. Да. А вот это что-то высокое. Я не знаю, что. Кто знает, магаданцы, напишите. Просто интересно, что они там упаковали. Я же не знаю, что тут лето. Может, это что-то летнее? Ну, не фонтан же. Да. Фонтана здесь нету. Кстати, а почему здесь нет фонтана? А мог бы быть красиво, как было. Фонтан бы был в парке. Это вообще круто было бы. Вот наши северные дети гуляют без рукавичек. Знаете почему? А им тепло, им нормально. Вспомни нас. Да, да, мы такие же были. Гуляли в аду. Да. Чего не гуляем? Галя, ваш дом. Красивый, да? Не дождались вы, когда его отделают. Обделают, отделают. Таша, посмотри, какой вид. То если бы не этот пакет, который там вот валяется, здесь... Как здорово! Пакет, вот это куча. Это куртка? Какой вид красивый. Так, ждем, ждем. Я могу, конечно, попрощаться, но вообще телефон не реагирует на палец. С ума сойти, как здорово. Солнышко. Да. Ну все, подмерзли немножечко.
Можно идти домой. Прогулялись капельку. А помнишь, здесь цветы посредине клумбы с анютиными глазками летом? Сейчас, видишь, все утоптано, хорошо утоптано. Не, ну я не про цветы, что сейчас цветы, а просто как будто бы клумбы не бывало. Так, ну все. Нагулялись. Ага. Можно готовить ужин, пить бухашку и валяться дома в теплой кроватке на теплом диванчике. Мы сегодня нагулялись нормально. Весь день по делам бегали по городу. Ну, бегали как? Медленно ходили. Когда тепло одет, нормально, не холодно. И можно было бы лежать дома дальше. Наташ, наверное, надо там перейти, потому что мы не перелезем вот эти вот снежные грязные горы. Можно было бы лежать, но так хотелось на море сходить. Посмотреть это ледяное море. Точки рыбаков. Ой, вот такой наш Магадан. Северный, далекий. Ну, любимый. Кто-то здесь живет и не собирается уезжать. Я, может, жила бы дальше. Но хочется и попутешествовать, а хочется еще и не работать. Ну, можно позволить себе на пенсии уже отдыхать. Так что, товарищи, гуляйте вместе с нами. Спасибо, что смотрите видео. Очень приятно, что пишете комментарии. Я знаю, что вам нравится больше Магадан, чем все остальное. Но простите, уехали. Будем наезжать в гости и снимать Магадан. Вон, шестерка идет. Так, все, прощаемся. До новых встреч, в новых видео. Делаю достаточно их много, гуляя по Магадану. Ух, несмотря на этот мороз. Здравствуй, мой Магадан, золотое ты сердце России. Посмотри на меня, твоя дочь возвратилась домой. Я с тобой навсегда. Город юности гордый и сильный. Я пою для тебя. Мое сердце навечно с тобой. Ну и как не показать вот это солнышко, эти кадры. Мы поднялись выше почти к остановочке. Такая красотища. Это вам на прощание о сегодняшнем дне. Из Магадана. С приветом и с любовью я. А что больше нравится, привет или любовь? Ой, красиво, да? А вот и маршрутка, все-таки они ходят. Мы зря поднимались, а она как раз шла мимо парка. Чистенькая, маленькая, народу нет. Не то, что мы утром ехали. Карта с мамонтом. Деревни. О, видите, как здорово. Ну и поехали, сказала Анжела. Он сказал, поехали, и взмахнул рукой. Ну, здесь ничего не видно.